2015 год почти завершен. Впереди долгожданные, самые долгие в году каникулы. Традиционно в это время дороги города переполнены, так что автомобилистам стоит учитывать напряженный трафик при планировании поездок. К тому же с 5 вечера 31 декабря и на все каникулы будет полностью закрыто автомобильное движение вокруг площади Ленина. Кстати, в новогоднюю ночь в Йошкар-Оле будет работать общественный транспорт. 25 троллейбусов выйдут на линию практически сразу же после боя курантов и будут курсировать до 4 утра по 5 маршрутам, правда, с небольшими изменениями. Как прогнозируют синоптики, нынешняя новогодняя ночь и первые дни 2016 года будут морозными. Погоду в Мариэл будет определять мощный скандинавский антициклон. Впрочем, морозная погода не помеха предновогодней суете. Несмотря на сложные экономические времена, жители республики не экономят на покупках и подарках главному зимнему празднику. В магазинах сейчас аншлаги. Последние дни декабря – это еще и подведение итогов уходящего года. Чем он запомнился в масштабах республики? Этой теме в эфире телеканала «Регион-12» мы уделяли немало времени в декабре. Ну а сегодня итоги года подведут наши телезрители. Хорошими событиями, радости в семье, успехи в работе, смена, кстати, работы. И, ну, в общем, несмотря на кризисные ситуации и прочее, все-таки я остаюсь оптимистом и верю, что следующий год будет еще лучше, еще более успешным и прекрасным. Рождение внука. Замечательный мальчишка растет. Приехали в новое здание на набережную Амстердам. Вот запомнилось. Очень хорошее здание, красивое, уютное и вид. День города очень яркий был. Хороший год был. Хороший, замечательный. Ну, у меня был хороший год, замечательный. У меня хорошая, интересная работа. В сборную России вышла на чемпионат Европы. Ну, в целом, так, спокойный год. Моя дочь наконец-то пошла в садик. Мы стали совсем большие. Я вышла из декретного отпуска. Все замечательно. Пожалуй, самое запоминающее событие этого года – это открытие национальной библиотеки на набережной Брюгге. Я очень люблю читать и посещать эту библиотеку со своими племянниками. Переездом из Воркуты в Йошкар-Олу. Все было хорошо. Ничего плохого не произошло в этом году, точно могу сказать. Очень хочется еще раз съездить в Европу. Очень хочется выпустить хороших студентов. Ну, год отличный был. Поступила в медицинский колледж, теперь учусь на акушерку. Вот это, наверное, самое лучшее.